вперед. Я сегодня в ЛФГ столько увидел, сколько воронок продают. Я вообще думаю, такое ощущение, что под конец скидок люди решили резко задонать. Неделю. Коника, куда? Вот именно сегодня. Я человек 8, наверное, в ЛФГ видел, который по 10к воронки продают. Что говоришь? Куда кричался? Я думала, он пойдет хилить. Он тобой станет хилить. Прикинь, он сказал, что он идет и пропал. Не дошел. Он тут что же вот нас? Шел, споткнулся, умер. Нет, мы просто только что его спросили, он говорит, я иду. И раз и пропал. Может, с инетом что-то? Ну, может. Может, ты к добру. Мне его жалко, бедного. Сейчас я ему напишу в Дискорд, может, зайдет. Сегодня ЗС было в этом? Ну-ка. А. Нет. Да, он должен был пойти, по идее. Когда-то так. Давай сегодня было. Уж не помню, что было. В целках и парочку боссов. Что было, Дота? А, и Ока. Пара боссов 2 квартала? А чё не пара боссов? Дискорд он онлайн. Ну, входит в игру. Прыгай, мотивала. Дожили в ДВ рейде, было больше людей, чем сейчас в моем рейде. Сейчас спек делаю, присуммонить. На фоне смаш только после 7-го будет. А куда они уехали? Ну, я знаю, у Строга есть хороший хил. Отдыхает. Вроде говорил, что долило. Угу. Как Дарпала однажды, помнишь? Сказал, говорит. Я говорю, что ребят, весь ребят весь... есть место, ребят? Аж 3. Кирюша, плюс 1 пианиста. Это и ты сегодня будешь хилить. Стало бесплатно. Чему куда идем? Ну явно не на БГ. Против батюшки, сарказмы подсвечи. Супер, меня выкинуло. Бабл, пошли на БГ. Пошли. Не соглашайся, но зачитать тебе 2С АДК Хан. А тебе не понравилось, да? Нет. Мне тоже. Опять все милики, как милики, а я без ханта. Не заслужил. Чего нельзя поменять горячку тогда иконика или малород? Иконика, зависимо, кто танчить будет. Потому что коника и так ДПС даст. Несправедливо. Но ты и так дамажишь. Хан, ты все равно будешь. Надо было наоборот сказать, конь не дамажит, он бесполезный, поэтому ему не дали ханта. Конечно, хан, ты все равно больше дамажит, но и ты неплохо так. А ты все стрелы взяли? Карина. Шо, Полин, убила снеговика?
Я и даже не пытал. Короче, ну, снимаю. Ну, как бы, некоторые, может, пытались. Я даже не ходила. Зачем мне? А где девка? Узнать узнала тактики. Ну, я ему написал. Да, посмотрю. Ответил. Пианист, мы сегодня с продажей идем. Ну да, а чё нет-то? Налог и никому нихуя не надо. Ты чё там? Тебя с ума не могу. А, всё. Умирал. У меня клиент, подожди, висит. А куда вы? В заезд с продажей уже? Да. Слушай, молодцы какие. А можно мне на рогу купить? Не знаю. Нету. На рогу, наверное, еще надо. Там паладина, шамана. Я не знаю, тут надо по поводу роги спрашивать. По поводу лока там никому нихуя не надо. Ну, понял. Тогда буду ждать. Да отвисни ты. Цветмира просто закрывай и открывай по новой, все. Иена через 15 минут будет. Пускай как раз ему место осталось. Да мы и первого босса без него убьем. Сейчас я только с пылы расставлю и буду готов. А че это за новый ретрик у нас такой? Это Холипал. Знакомый ник. КСХ. Кик этого ханта. Роллина ханта. Кисай, роллина ханта. А тогда на Катю. Этот КСХ, блять, всех убил. Кик этого ханта. Кисай, ты что употреблял? Я вспомню, как на первую Катю, блядь. Тихо, у Кисла флешбеки. Савана. Я надеюсь, не вьетнамские. Поставьте еду, пожалуйста, я в чате прошу вот меня. Вот стоит, как бы. Не, еду, да, в смысле, не маговскую. Да стоит, ё-моё. Ой, я отвис, теперь можно сама. Ну, в смысле, перезапустился. Во, спасибо. Я, короче, без АУЕ прохила на ходе пали, так что этот АУЕ прохилом страдаете вы. Тебе символ дать? У меня символа нету пока что. Да, нахер с ней. Скинуть чернила. Мне это 5 секунд делать. Это не критично. Удобно критично. Ладно, пофиг. А мы в героике или в обычке? Герой. Героя КЗ-ски нету, только лок. Вообще, а, да. А я думал, то и то открыли сразу. Че у нас, Лена, в лучшем случае в марте, наверное, очнется. Твары на ХП и АП. Я не знаю, когда она прочнется. Это на ХП и АП кричите. Так вас там достаточно. Поняли. Два паладина, я им опять лучше разбафаю по этим, чем. У меня кулак, тем более, даже не прокачанных. Инту. Крыш прокачан. Бафы каску, крыш кулак. Инту. Кыш, давай каски перебафаю, ты. Короче, жутву ставлю. Ты кулаки тогда всем. Два шамана, тотем на П5 будет. Кирс, я на МПТ ставлю, у меня лучше. Окей. Все каски есть. Кыш, кулаки дай. Лёх, пятик. Сейчас все будет. У меня дон отключен, так что можешь там переставлять, что хочешь. Кто? Все готово. Готово. Товаром кулак. Фонтан. Кто? Второй лап? Второй танк? Второй танк ладбон, если что, трэш будет собирать. Можно без тобой? Просто он не в курсе, наверное.
Ну, уже в курсе. Малорота хотя бы три не есть. А вот. Какая разница вообще? Успокойся. Трэш собрать сложно. Три мопчика. Я к вам на воду беру. На пару с тобой соберут. Адмирал, ты готова? Все, погнали. Ловите рыбу. Пианист, а можно меня в первую пати, пожалуйста? Тут такая музыка из диалогов о рыбалке. Спасибо. Протестую. Теперь я не хантер. Я ману не отрегенил. Я забыл про ману. Да кто-то тебе ин разносовал, нормально. Криш, поставь про Тауру. Адмирал, ты больше там этот абсорбишь, чтобы мне не приходилось хилить. Сразу видно, где хороший, где плохой абсорб. Херачим. Ну, народ, будет свободная минута, поднимешь. Строго сейчас умрет. Не достает без строго. Ну, оба забирайте. Нам развернули мопчика. Есть покупатель. Хорошо. Что дальше поехали, если врачу? По боссу, забейте на трэш. Че мне по боссу? Ощущение, что, блять, вообще не нажимаете кнопку. Вроде все ДД на месте, хилов меньше. ДД не дамажит. Раскол помогает. Три вара раскола. Футбол, если есть свободное время, Берни.
вставай. Там уже понты осталось какая закуточка. Удобно. Рано спрыгнем. Кстати, лут забыл поставить. Черняк это спрыгнул. Угу. Классно, мы его убили. Чё? А как тебе его утать? Он хотел уплыть, когда мы его убили. Дотками причем. Он типа в вывейде умер. Кому он нужен? Там шлак выпал все равно. Вот да, главное, дали и все. Чего же держишь? Чего она держишь? Серьезно? Стопудово тринька для крыши. Ну а чё, ныряй тогда, ищи где, чтоб ты чё там упал. В смысле, мы реально будем убить, форум... если мы с них не лутаем ничего. Может, тему на форуме создать, если хочешь. Кому видео что надо, есть. Может, тебе. Если чё, видео есть. Ну, видос даже есть, если что, могу тебя закинуть для темы. Окей, пришёл. Он уходит. Ловлю. Когда тему создадите, скажете. Сейчас создам. Это с паразитами просиливается. Так, руки. Т5. Друид на друида. Нужны еще кому? Да, мотиволи. Да, так, дальше на этого. На шамана паладина. Рогу. Ну и сток на хила. Ну, один. Ваги. Ваги нету, ему там что-то надо было. И мне тоже. Ну, типа, мне не критично. Мне тоже. Вот, короче, на шамана, паладина, рогу, руки можно. А я уже нашел. Дальше этот волк махант никому не надо, так что то же самое. Я пока спрашиваю по мере боссов. У тебя вот они, пожалуйста, моба пришел. Спасибо. Поехали дальше. Лишь хватит спать, давай. Так, Лёх, не резнули. Вроде прошел рез. Да не пишет, покину тело и все. Адмирал, речь на тебя боя нет. На тебя боя нету, пишет речь. Сейчас понял, окей. Сзади большой. Кстати, да, его тоже надо слить. Раньше только наберите на всякий случай. Поедем. Можете все бить. О, мозг пришел. Ну, пришел, да пришел. Ничего страшного. Тут боешка слева, боешка. Справа. Да я вижу. Там народ быстрее, чем вы скажете. Там народ быстрее, чем вы скажете.
Делорес, у тебя, да, есть? Да, на перчатке. Нет, это видео. Бля, чё не могу дать? Бой идёт? Да. Уже да. Теперь идёт. Что у Делореса есть, я не понял. У тебя видео или у кого? Какое видео? Видео чего? Воина. Воин, скинь ссылку, пожалуйста. Оно будет позже. Сейчас именно видео это записывается. Понял. Ну то есть, если что, там пиши, пруфы будут 100%. Я понял. Да чё, они пусть сами в ин зайдут, посмотрят. Напишу, чтобы вот типа вот так и так моб лежит этим. Если... Просто дайте нам вот URL и всё. Скажут, опять илюжинный багаит. Есть покупатель на два куска на ханта по 20 тысяч кусок. Брать? Чё, прикол какой-то? По 20 тысяч? Не, так не надо. Ну чё-то прям супер дешево. Голова Навара нужна кому-то? Много кому. Да. Да хуя кому на самом деле. Всё, я понял. Хорошо. Нормально. Лёш, срочно, 1.5 минуты сейчас. Иди. Я спасибо. Служу, только выйдите. Блять, сам не вышел. Сука, пишут всякие долбоебы в ПМ, блять. Пока поотвечаешь. Не гори. Я в этой щели. Я тебя уфлешная. Да, блять, вообще непонятные люди. Кто это, блять, вообще? Че отвечаешь ты? Сосоп какой-то, блять. Спрашивают, что брать паладину, паладину офсетом, блядь? Я говорю, ни душа не ебу. Сапоги, сапоги, надо, сапоги. Надо пояс, да, сапоги, пояс, что-то такое бы сказал. Денис, а сколько продавать кусок? Ну вообще минималка 40. Это вообще минималка. Агри по одному мобу. У нас один хил АФК. Хилим только в 3 хила. Окей. Много не бери. Да цени хил. А еще без маны. Ого, слишком много. Ого, да мы разогнемся. Ты спать. 4 сагри, блядь. Реально. Тем более у меня еще ауе хила-то нету. Давай я сейчас секунду просто на ты напрыгнул, кто-нибудь почту поставит и все. Да, пофиг. Мне ауе хил-то и не нужен тут вообще. Да. Там он милики ложатся. Я один хилю вообще, или что? Сейчас да. ты всего 200 тысяч на хилю. Где, блять, кто там АФКшек? Кыш, Трога. Чё за хилю? Я
Че, поехали дальше? Могу я за весь инст скинуть лечение поглощения? Там юморно будет. Там ничего было хилить на первом больше. Ну да, ну да. Я нашел на Лока Мага Ханта на два куска покупателя. По 40к. Этот, и я еще трэш лутаю, не забывай. Боешка. Да я вижу, все. Не надо мне повторять по тысячу раз, а то буду мутить. Можешь сразу мне ассист дать. Да сейчас тебе. Чего в Герихово убили? Никто там нихуя не убил. Там настолько все запано, что ни одна гильдия, блядь, ни один человек, блядь, еще нихуя не убил. Чтоб ты понимал, там по танку, блядь, тычки по 60к летят. Ну, танк-то фотка, это нормально. Мне интересно, туда на этой неделе хоть кто-то ходил, нет? Посмотреть. Да все отдыхают, никто не ходит. Этот, а ты на какие куски Лока нашел или кого там? Два куска, говорит, любые. Сейчас на перчатки возьму. Ну, перчатки и башка, короче. Хорошо, что мы нашел кто-то, да? Воскрешения нет, ставьте шкаф. Да, там добежишь. Там бежать быстро тебе сюда. По воде добежишь, у тебя же есть это. Угу. По воде. Просто у нас бой пока. Долго. Поехали, поехали. Не, не, давайте, быстрее. Так быстрее или по двумому? Ну сейчас Полина придет, будете больше говорить. Просто не стоит. Ну да, этим. Чего такого? Зря ты это сделал. Не мота, блять. Да и не я. Я видел этот ход. Не жни моту еще, блядь, бросаю. Что, не так-то оно и просто хилить, наверное, да? Ну, два хила, рестор друид и я, все. А ДЦ? ДЦ, блядь, посмотри, у него, блядь, фулмана практически. Ничего, что я сидел ее пил, блядь. Ну, ой, видишь, сидит там. Пухает во время боя. Потому что у меня было ноль, блядь. Сидит там, пьет ману, короче. Я дважды столько сказал, и нихуя никто даже ухом не пошевелился. Там по мане можно слеживать. Три инера в КД сейчас. Ну один меня залетел. Не надо мне инера бросать, у меня есть восстановление маны, кидайте вам лучше, блядь, адмиралу. Чтобы потом жало. Кричать на адмирала, что у него всего ман. Конечно.
если она будет. Понимаешь, у него он сидит, пьет ману, пока мы тут хилим. Так лучше пускай он с маной будет и хилит. Личный яд у них. Резну еще. Там никого нет дальше. В курсе. Нет, там вон три человека. Так, Беларус, Лави, Ассиста. Кому отсюда нихуя не надо? Мне. Народ первый посунул, короче. О, Каргудж. Знакомый. Ну, так можно было? Быстрее руки. White Warrior тоже в рейд. Рыбу поставил. Шкаф ставь и суман. И Гену тоже там суманут надо. Сейчас ребаф дадим. А, я там уже сам добегаю почти. White Warrior тоже слот нужен. А, ему надо. И ханту, и ему. Бля, окей. Типа, подожди. Кто следующий был? Планета? Не, планету не отпущу. Коника отпущу. Единственного ШП пристань отпущу. Этот Бладборн в ДД спекайся. Тут второй танк не нужен. Там Артемия потанчит соло. Трэш гулять будет. Вместе с демоном. Ну ладно, окей. В мишке в ДД шмоться, если что, там трэш на себя заберешь. Каску сейчас обновлю. Все здесь? Да. Так. Все, вроде всем каску обновил. Кроме варов, да. И рух. Все, даю проверку. Отец. Все, все здесь, поехали. По готовности. Я Лёшу потом копию забираю, да? Да. Thank you.
наверху плавать будет. Ребята, вот тут? Да. Умерлись. Почему он от тебя похилится? Опять ДК-шку какую-нибудь взяли, да? Во-первых, от вихря, сука, отойти может? Или вы, блядь, всем, блядь, мили этим будете вихрь хуярить? Это во-первых. Ты демона, блядь, убить греча можешь, блядь, вообще или нет? Дебафчик не видишь, что на тебя появляется, когда демон на тебя? Жмет в эту хуйню не бейте. Типа, когда ДК-шку берет контроль, босса не надо бить пару сет. Лёг, на тебе демон. Сразу не могу убить демона, у меня обилки в КД. Не, у тебя типа даже перс как будто стоял. У меня обилки в КД были. Чё там, паладина в контроль взял или мне казалось? Мать варьор умер. Всё нормально, он умер. Фихря, блядь, съебитесь. Или вы там десятером, блять, урон будете получать. Ладно, одного-двоих могу, блядь, там задефать. Он, блядь, не десятерых сразу. Можно маны. Дизайн там кидается вообще?
Хилите, хилите. Где ты, блядь, лазишь? Ну, ты, да блядь, хватит, ты куда дальше? Ты его уводишь? Ты бы еще дальше бы, блядь, тут убежал. Лёх, я закайтил. Я вижу, блядь. Смотрите, он, блядь, сдох, нахуй. Говорит, хильните, хильните, блядь. Бьёте? Все подохли, блядь. Чё это сейчас было? Хильните, хильните, и убежал, блядь, в ебеня, блядь. А я ещё, блядь, бегаю, не могу понять, где он. Лёх, так я это самое. Можно вопрос? Босса запутал, Лёх. Перчатки напало, Долорус. Сейчас. Нажми. Сейчас, Данте. Где ты там, в списке? Вижу. Четвертая группа. В чем тут группа? Эти руки, ротки. А, надо. Друидовские. Гении ушли, потому что ни у одного, ни у второго нету капа. Я нарулил на успех. Будет 7к, родится, забирайте. Давать без проблем буду, так пока что. Это сделано банально для того, чтобы люди хоть какие-то успехи собирали. Кыш, спекайся в холле пала. Тяните по одному. По одному тяни, Гладбон. Давай быстрее сюда, вытаскивай проход. Вдвоём сам или нет? Это один. Там второй ушёл, походу. Чё, их бить-то можно? Поставьте, какого бить. Право. С какой стороны право? С болезнями, блядь. А, ребят, кто не в курсе, надо отойти друг от друга. Ну да, на всякий. И пробегает тут сова, зараза. Еще один. Ты убил еще Саню. Танков я выхилю, если что. Вы, главное, не подохните. Блять, кто там возле меня, сука, стоит недалеко? Гладбон, отойди ты, блядь, стань туда, где нур, блядь. Сейчас положишь меня, блядь, и сам ляжешь. Вам танком похую, я вас выкину. Что там, не опохмелились, что ли, или что за...